Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня вторник, 27 сентября, и это очередной обзор по основным валютным парам на сегодня. Итак, на экране у нас пара евро-доллар. Какие ожидания у нас по этой паре сегодня? Ну, показали мне мои линии пересечения, что мы пойдем вниз. Ну, пока что так и движение, тренд как бы нисходящий. Посмотрим, вот оттолкнулись от разворотной линии дня и вот от пересечения с ней дневной линии. Разворотная линия дня у нас 1.124.96, что ли, или 86. Вот. И, скорее всего, вероятнее всего, мы пойдем дальше. Следующий уровень, вот, это где-то 1.123. Затем линия недельная, это 1.122, и следующая линия, линия месяца, это 1.121.46. Ну а вообще цель, я думаю, что мы откатим сюда протестировать еще раз вот волшебный индикатор, это где-то 1.119, 1.120, потому что по ходу движения он все-таки будет смещаться, и где-то, если вот так вот взять, ну, где-то 1.120, даже 95 вполне возможно в течение дня, если нисходящий тренд, мы можем прийти сюда. Ну, конечно же, внутри дня можем и сюда еще раз откатить, вот где-то 125-70 вполне возможно, прежде чем пойти вниз. Это такие ожидания у меня по паре евро-доллар. Хотя я уже где-то писала, говорила, что я не люблю делать прогнозы, я предпочитаю идти за ценой. Вот цена, вижу, направляется туда внутри дня, потому что внутри дня возможны колебания как вверх, так и вниз, то есть нисходящие и восходящие. Поэтому лучше всего идти за ценой. Итак, на очереди у нас следующая пара. Доллар-франк. Ну что ж, какие ожидания у нас по этой паре доллар-франк? Еще вчера произошло пересечение, вот, показывает, что мы пойдем наверх именно днем. Дневной тренд восходящий. Ну, пока что то и происходит, вот оттолкнулись от линии дня и пошли в этот треугольничек, вот это вот две линии дня, вот протестировали эту линию, и сейчас мы откатываем, я думаю, еще раз протестировать разворотную линию дня. Она находится на уровне 0.968.65, и отсюда возможно опять движение вверх к линии недельной, это 0.971.17, да, а дальше наша линия месяца, это 0.972.64-65 где-то. Вот такие ожидания по. Ну а если вдруг все-таки пробьется, пойдет вниз, то следующая вот эта недельная линия внизу, здесь 0.967.97. Ну и, возможно, даже еще ниже, потому что внизу у нас как бы целей нету. В основном, а вот внизу у нас аж где цель? Это давайте еще раз проверим. Да, что у нас такое? 961.10, 0.961.10, вот где-то цель внизу. Остальные у нас все цели вверху. Вот она, только на днях есть цель внизу, но мы находимся выше волшебного индикатора, выше красной линии. Поэтому остальные все цели у нас вверху, внизу только вот этот уровень. Ну что ж, это был у нас доллар-франк. Следующая по нас... фунт-доллар. Фунт-доллар тоже показал пересечение еще вчера. И пересечение, тренд дневной восходящий. И вот посмотрите уже, что сделал. Пришел тютелька в тютельку к волшебному индикатору. И
протестировал его. Ну, сейчас здесь вот зависит от этого уровня. Здесь какой у нас уровень? Сейчас посмотрю. Ну, так как тренд у нас сегодня восходящий, 1.383. 1.383 вот зависит от этого уровня. Пробьемся выше, откатим к нему, закрепимся чуток выше, значит, будем продолжать движение вниз. Не пробьемся, значит, возможно, что сегодня не пробьется и может откатить еще раз вот сюда, к недельной линии. Это у нас где-то 1.297.20, вот где-то здесь. Вот, ну, а возможно, даже еще раз к разворотной линии дня, она на уровне 1.295.06. Такие ожидания у нас по паре фунт-доллар. Ну, и на очереди у нас пара доллар-иена. Ну, доллар-иена ночью поработала от души, фортляв. Вот, видимо, какие-то новости были, я, честно, не знаю, не смотрела. Но показывает мне мои линии пересечения, что вполне возможно, вот она цель, стремится к волшебному индикатору, это 101-132, ну, чуть ниже, возможно, где-то 101.95, вот где-то вот так. Возможно, еще раз вот от разворотной линии дня или вот от линии недели, от 100.612 где-то, либо вот разворотная линия дня находится на уровне 100.657, возможно, еще раз сюда прийти, чтобы протестировать вот этот волшебный индикатор. Я повторюсь, он сейчас находится на 101.132, но по ходу движения цены, значит, он будет смещаться где-то, возможно, 101.010, где-то вот так вот. Ну, возможно, все-таки, да, придет еще раз, коснется 101.089, где-то сюда, эта линия недельная. Вот пока что, видите, идет к недельной линии, к другой недельной линии. Это 100.608. И, возможно, даже сейчас ее протестирует и отсюда оттолкнется вверх. Хотя, может, вполне вероятно, потому что здесь вот у нас не захваченные мувинги, то есть цена обязательно, я как-нибудь расскажу, как вот, чтобы вам показать, а цена как бы не пошла вверх, она обязательно возвращается, чтобы захватить мувинги, чтобы сплести паутину, да, кто-то мне говорил, что похоже на паутину, вот чтобы сплести паутину, и вот опять забирает, плетет, плетет, и опять возвращается, забирает, чтобы паутина сплелась, да, чтобы мувинги сплелись, и вот так вот идет, и вот сейчас возможно, что даже сюда, это где-то уровень, сейчас скажу, 100-470, где-то вот так, возможно, даже сюда придет, чтобы, как говорится, захватить, сплести паутину и пойти дальше вверх, потому что пересечение у меня показывает во второй половине дня, то есть разворот, разворот пока что. Движение идет вот нисходящий, как бы у нас иена не пошла вверх, все равно вот тренд недельный, он нисходящий, видите, а пересечение на днях показывает, что уже развернется конкретно вверх, где-то вот после середины, ну, во второй половине дня, то есть пока еще вот как бы нисходящий. Вполне возможно, вот сюда вернется, отсюда можно будет становиться вверх. Вот такие ожидания у нас по паре доллар-иена. Ну и следующая пара по просьбам зрителей. Это австралийский доллар. Вы посмотрите, что у нас опять тоже. Это же у нас ночные, скажем так, пары. Австралийский доллар тоже, смотрите, тютелька в тютельку от недельной линии, вот, протестировал ночью, оттолкнулся и пошли. Я ночью, уже поздно, вечером, да, после 12, провела одну линию, то есть одну цель, потому что показала мне разворот тренда дневного, что будем вверх, и вот, но я не поставила ночью, если честно, пошла спать, не поставила, хотя я вот себе думаю, вот одна цель, и сейчас покажу вам, чтобы здесь вот следующая цель, я думаю, цель это сейчас вот придет
протестирует ее. Так, это 0770-19, вот сюда цель пока что на сегодня. И я вот смотрю, что, видите, как четко ее протестировала, вот эту цель, откатили к ней. Видите, что я говорю, классическое закрепление. Вот, откатили, закрепились выше и пошли дальше. Вот, отрабатывать следующую цель. Вот, 0700. Так, еще раз повторюсь, что сюда мы идем. Отсюда, возможно, будет откат. 0700. И на этом уровне посмотрите. Да что ж такое-то? 0770, там 25 где-то. И вот отсюда можно будет, я думаю, хотя тренд у нас дневной восходящий, но я думаю, что отсюда будет откат. Вполне возможно, что откат будет до этого уровня 0766-88, возможен откат сюда, ну, либо до этой же следующей линии, ну, 0765-70, где-то вот так вот. Хотя разворотная линия дня, смотрите, сегодня на уровне 0762-55-58, где-то вот так вот здесь. Здесь же, вот видите, отработала недельную линию. Чуть ниже находится волшебный индикатор. То есть мы находимся выше волшебного индикатора. Пока что будем продолжать движение вверх. Пока что. Вот такие ожидания, друзья, по основным валютным парам на сегодня. Я благодарю вас за внимание. С вами была Анастасия Час. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы, я с радостью всем отвечу. Ну, а сейчас пока-пока, до следующего обзора.